Сегодня в проекте «Лица улиц» мы познакомим вас с художником Валентином Русу, который расскажет о своем творческом пути и предназначении. Я обычный человек, абсолютно ничем не отличаюсь от других. Единственное мое отличие в том, что я упертый. Так сложилась судьба, что я упираюсь в живопись, в искусство. И это именно та область, которая дает возможность мне быть самим собой. Больше, чем окружающий нас мир. А чтобы зритель понимал, это с детства было желание, либо потом что-то щелкнуло, и это уже образ жизни и часть меня? Когда мне было 5 лет, в садике, во время обеда, сна после обеденного, у нас были по 2 кроватки, которые сложены рядом друг с другом. Так получилось, что во время сна моя рука очутилась на девочке, которая спала в кроватке со мной рядом. Воспитательница, которая бродировала по всему этому детскому садику, увидела эту картину, прочувствовала под одеялом какой-то неправильный для советского ребенка контакт, и она просто раздела меня, обнажила меня полностью, и вся группа встала, все пытались посмотреть, она кричала, орала, что то, что происходит, это неправильно. Мне что-то пыталось объяснить, но я помню тот шок от того, что ты обнажен перед всем миром. И это наложило первый отпечаток такой мощнейший на мою дальнейшую судьбу. Второй шок, который со мной произошел, это когда я пошел в художественную школу в возрасте 10 лет и увидел, как растекаются краски по бумаге. Я увидел, как мой учитель делает сырую акварель, алло-прима, или акварель по-сырому, по мокрой бумаге, и краски сами творят образ. То есть вы взяли кисточку, макнули ее в желтый цвет, положили это пятно на холст или бумагу, и оно полчаса растекается медленно, и у вас получается облако. Я запомнил эту магию. Впервые я тогда прикоснулся к чему-то космическому. Я зачем рассказал про ту девочку в 5-летнем возрасте, про это пятно? В жизни человека всегда есть место какому-то событию, и это событие не всегда существует для того, чтобы раскрыть тебя. В большинстве случаев оно существует для того, чтобы убить тебя. Потому что мир, который вокруг тебя, он жесток, он беспощаден. 99% людей даже не подозревают о смысле своего существования. Потому что, может быть, они пытаются, не знаю, ходить в театр, смотреть что-то, читать книги, но в большинстве своих случаев они просто едят. А вы нашли его? Я? Смысл, да. Смысл своей жизни. Огромная вселенная. Существуют такие понятия, как метафизика, как философия. Если мы будем упираться в бумагу, или упираться в женщину, или упираться в образы, которые вокруг нас, мы никуда не придем. Но если мы прочувствуем себя как мгновение чего-то великого, как какая-то искорка во всей этой вселенной, то тогда у нас есть шанс на 1 секунду прочувствовать, что такое весь мир. Я могу опуститься под эту воду, подняться в это небо, окинуть взглядом всех нас вокруг. Это плод моего воображения. Но я это вижу. А если я это вижу, я это чувствую. А если я это чувствую, значит, это может быть передано каким-то образом людям, которые находятся вокруг меня. Вот это и есть смысл всего искусства. Увидеть что-то по-своему, увидеть что-то интересное, слетать на Марс и приехать оттуда с камнями, с этого Марса. Вот сила воображения и магия искусства, это именно это и есть. А помогает увидеть кто-то, либо вы
появились с такими же предпосылками и просто трактуете так, как вы чувствуете? Нет, я же вам рассказал и про этот садик. Я вам расскажу, могу рассказать миллион случаев из своей жизни, которые формировали меня. Это жизнь так? Конечно. Меняла, добавляла, убирала, ломала? Конечно, конечно, безусловно, безусловно. Ты можешь попросить, что такое жизнь? Это определенные события, которые происходят в определенные временные рамки. Сегодня мы встали, утром позавтракали, потом куда-то пошли, что-то сделали, вы поработали, я пописал. И жизнь проходит. Но нету ивенемента, нету события, нету такого, чтобы бах, и ты, как птица Феникс, сгорел и возродился заново. Не существует такого в природе. Для этого надо, чтобы что-то с человеком произошло. Может быть, я не знаю, кто-то влюблялся, кто-то страдал, кто-то писал стихи, кто-то горел в машине, кто-то падал со скалы, кто-то умирал в реанимации и потом воскрешался каким-то образом. А может быть, это все был я, неизвестно. Но это все накладывает на тебя отпечаток. И ты начинаешь немножко отдаляться от этого мира, потому что этот мир не готов к тому, что ты показываешь. И ты уходишь в какую-то свою виртуальную вселенную, в которой ты летаешь, просто ты летаешь. И то, что ты создаешь, это те артефакты, которые ты приносишь с этого Марса, с этой вселенной. И ты показываешь людям, я там был. Если бы ты этого не видел, ты бы ничего не смог написать. Существует в нашем мире очень большая проблема. Вот в этом мире, во всем. Наверное, что-то неправильно происходит, потому что цивилизации меняются с калейдоскопической скоростью в мировом масштабе. И тот муравейник, который мы построили, работает или действует как-то неправильно. Потому что в этом мире мы не находим выхода. Мы не можем себе позволить нормального образования своим детям. Мы не можем себе позволить нормальной медицины. Мы не можем себе позволить нормально существовать. Мы не можем жить в гармонии с космосом, мы не можем жить хорошо. И раз этот муравейник, он какой-то неправильный, существует, всегда существовали люди, которые задавали направление движения человечества. Например, писатели-фантасты придумали роботов, а сейчас они бегают по всему миру. И это было придумано 100 с чем-то лет назад. Возможно, я придумываю некие образы, в котором что-то происходит по-другому. И я придумываю свой язык. И этот язык — это то, что дает мне возможность высказаться. И то, что эти люди, которые стоят вокруг меня, понимают это или нет. Это их проблема. Это не то, что их проблема, это мои проблемы. Но они пропустили ступени. Что такое ступени? Всегда есть последовательное движение. Существует эволюция, существует революция. Я был бы самым счастливым человеком на свете, если бы в моей душе произошла революция, и я бы показал то, что я показываю, еще более с раскрытой стороны. Но я эволюционировал. Кто был на моей первой выставке, тот видел Рубенса, Рембрандта, Ван Гога, Тисана. Все вперемешку друг с другом. Кто был на второй моей выставке, видел импрессионистов, Сезанна, там еще кого-то, Мане. Кто был на третьей моей выставке, видел фавистов, кто там, не знаю, концептуалистов, кого угодно. Кто был на четвертой выставке, видел меня. Если вам понравились работы Валентина Русу и вы хотите больше знать о его творчестве, подписывайтесь в социальных сетях на сегодняшнего героя.